Всем доброе утро. С вами Надежда. Всем добра и удачи. Сегодня 27 марта 2024 года. Я нахожусь на улице Колораж. Время 8 часов утра. Смотрите, что здесь. Палки, кирпичи, вывески какие-то валяются, булыжники. Это все наделал опять шторм. Опять выплескивалось море сюда. Что натворил? Здесь была уже чистота, все было убрано. Сейчас подойдем и посмотрим. 27-е, заметьте, 5 месяцев назад, 27 апреля, был шторм века, как говорят, сочинский шторм века, конечно. Но здесь поменьше сейчас волна, но все равно. Здесь вчера выплескивалось, я видела местного блогера, вчера выплескивалось сюда море. И вот это натворило такую ерунду. Такая волна идет, я даже боюсь поближе подходить. Пойду подальше, что-то прямо жутковато. Вот это стихия. Не дай бог никому попасть в эту пучину. Побелело все море. Как будто молоком залито. А горизонт темный, серый, жуткий. Вот какой гребешок идет, гребень. Вот здесь только картины писать. Жаль, я не взяла с собой ничего. Но я запомню. Домой приеду, напишу такую картину. А там вдали зелененькая. На самом горизонте. Страшно красиво, страшно жутко.